Здравствуйте, друзья. Ну что, заглянем в огород. Сейчас подойду, персик помчится. Все собрались. Одна эта вот чума носится. Кузя вообще вон запрятался в уголок, чтобы никто не уволок. Вот тут после подсыпки часть я убрала земли. Пересаживать я их практически никого, ни один не пересаживала. Просто поснимала верхний слой земли. Вот этот цветет. Тот вот начал отрастать весь. Нижние листья пока не стала трогать. Башку я у него оторвала. И вот сюда так прям воткнула. Вроде бы прижился. Это тоже он с помидором сидит. А это мне коты посеяли перчик. Сидел он в горшке, вот обнаружила в помидорном горшке. Ну, пересадила его в стакан. Мил, не мешайся. Вот она уже тут. Тут она уже. Эти, которые были с прошлой весны, сидят. Я их просто обстригла. Тоже верхний слой земли сняла. Только не пойму, почему-то желтеет. Не на всех помидорах, а на части пожелтело. Ой, ну, забыл, как называется это белое. Засыпала, чтобы, во-первых, они ее не копают. А чистую землю прям выкапывают подчистую. Ну, какие-то вон нормально себя чувствуют, какие-то все равно вон сохнут. Ну, им все-таки, наверное, влажности здесь мало. Этот засох вообще. Пасынок растет, а этот ствол первый, который тоже сохнет. Сейчас разведу я им подсолнечную золу и накормлю еще раз. Я их особо не кормлю, потому что ограниченное пространство, конечно, кормить их нежелательно. Кузин, надо такое место себе найти. Ведь как он туда пробрался-то, непонятно. Свалил он пенопласт. Все, всем спасибо за внимание. Пойду я собираться в магазин. Ну, к Новому году надеялась, что будут помидоры, а их нету. Вот тут один висит. И все на этом. Ну, а здесь, которые были, мы их, конечно, оборвали. Ну, и больше пока. Кроме вот этого ничего не цветет. Всех с наступающим Новым годом. Всех с солнцестоянием. Персик, я ухожу сейчас, ухожу. Не может он. Прям я не знаю, что за кот. Все, всем хорошего настроения.